Сегодня у нас 2 июня 2018 года. Это поселок Потеряевка. Вот здесь скворечник дом, голубятня. И вот они едут с Барнаула, братья. За рулем, видимо, Андрей Головач. Так и есть. Мир тебе, брат. С миром. А ты еще не помещаешь, разули меня. Дом разут, а на-ка, подожди-ка. Потихоньку, хоть и не лезь, свое дело делай. Так, рядом посад. Смотри, что делается. Сапоги не влезли сюда. Подожди-ка. Кверху подними тут сапог. Вот так. В этот вверх тот конец. Вот так. О. О. Все. Такого еще не было. Подожди-ка, не перегибай его. Все. Сейчас, значит, разгрузить у меня и к Надежде Васильевне тут что есть. А Надежда Васильевна где? Я сейчас кошку. Вторая машина. А, вторая? Вытащу, а потом понесу голубей. Так, тебе мой аппарат не нужен? Нет. Я пойду кошку занесу и сразу голубей заберу. Так, слушай, вот это бери. Главное. Компьютер. Игрушка, да? Наша. Тяжелая дорога. Тяжелая, 4 да? часа едет. Ну, это через Корчино, потому что да. Там яма на яме, мы с Игорем Барбашом ехали. Да, подожди-ка, поставь пока. Там сумочку эту, зеленую захвати, около головы была. Сейчас, значит, так, проверить, мелочь сбросить, а продукты туда, крупа, там что ты заказывал, все есть абсолютно. Пряники туда, не распечатывать. Так, а этот, который у нас там на кухне был, этот бак хранили, где там стоит? Какой бак? Ну, где две печки русские, это там железный-то стоял. Что, забыл? Не понял. В лагере, там две печки русские. Ну. И там с левой стороны у вас стоял бак такой железный, большой, под крышкой. И туда все прятали. Его не тронули? Я не знаю, нет, мне кажется. Он изнутри поролоном покрытый или как, очень ценный. Надо привезти сюда и в него кое-что прятать. Смотрите, не распечатайте от мышей. Так, уходим. Смотри, вот это-то осталась дорожка. Говорили, ничего не будет от нее. Нет, все целое. О-о-о! Слава тебе, Господи. Даже заходить не буду, здесь помолимся. Тут воды я привез, воды с источника. Так, подожди-ка, меня прокинь. Ой, Господи, Боже мой, слава тебе. Господи, ты позволил нам прибыть сюда. Хвала тебе, аллилуйя, аминь. Шарик-то вас приветствует, Игорь Михайлович. Сейчас. Мне надо выпустить кошек. Молодец, Шарик, молодец. Давай. Подувало закрыто там? Там да. Кошка не выскочит? Нет. Заходи сюда. Проходи туда. Там будешь ставить. Все. Боже милость, сегодня я грешен. Создам я, Господи, помилуй. Вячеслав, я согрешил, Господи. Прости меня, грешного, и помилуй. Ой, кто пришел? А? Буска смерть, пришла. А ну-ка смотри, кого я привез. Ну-ка вылазь. Палевая, вылазь. Паля. Паля, ну-ка вылазь. Ну не память ну-ка, такая, давай. Она уже забыла. Ой, вот она где. Паля. Ну-ка.
Вот она думает, куда спрятаться. Она под пол. Поля-то дома. Сейчас она найдет, на банке залезла там. На тихо, сейчас компьютер устанавливать или после разгрузки? Нет, сначала все разгрузите. Все. Пойдемте. Я пошел с голубями. А вы, значит, выбросьте, что есть. Со мной бы кто-то пошел голубей снять. Я пойду сейчас, кто еще пойдет. Ехали через Корчину, от этого до элеватора, там до того дорога поганая. На один час дольше ехали. Километров сейчас я подсчитаю, 45, наверное. Больше? Больше? Больше, в два раза. Ну, я все записал, все километры. Пошли, так, подожди, больше. Я сейчас подойду к нему. Ну что? Что? Ой. Конечно, садись, брат. Шарик мой, шарик. Да он когда пришел сюда, незнакомый был. Как мы с ним подружились. Его тут чуть не погубили. Я говорю, куриц ловит. А он никого не ловит. Уезжай, приду потом. Видишь, что ты какой? Надо проверить, клещи есть, нет. Проверяю. А тут у тебя открыта она, голубятня? Да. А? Да, да, да. Все. И никто не лазит. Кому надо, пусть селятся, обедают там. Мой этот велосипед направлен? А? Мой направлен велосипед. Ну я накачал колесо, не знаю, как у него там. Все. А вон вторая машина где? Вторая? Вон они. А, вон она, Надежда Васильевна. Там четверо было, а мы здесь двое. Так, мои вещи, которые открыты. Да, вы ее вещи все разгрузите, а потом сейчас разгружать пойдете вон туда на лабу. А что ты здесь, Володя? Миро. Игнатий Тихонович, какой ты кадр? Спасибо, Володя. Какой ты кадр пропустил? Я лежала в луже этой. На водяном мостике. Я как упала вот так на камнях-то. Там надо дорожку сделать. А это коротенькая никогда не идут машины. Мы же выходили из машины-то. Смотри, что. Я же. Чайки всех потеряем. Тихо. Здесь очень хорошее солнце. Ну это два дня. Два дня как солнце. Да, а так все дождит. Да элеватор из так машин стоит. Пусть это сюда. Ко мне туда фасад поросит. Девочки, с миром. Здрасте. Давайте. Ну, мы идем гуськом делайте. Передавай. Ворота. Давай, у меня завязки такой не было. Надя, твоя? Надя. Иди трошки, отойдите оттуда. Сейчас пойдем, иди трошки. Нет, куда не куда это к воротам сказали? Вот к этим. А, вон тем положить. Да, да? Еще мешок какой-то взяли. Ты пока разгружай, Володя, пойдем со мной. Угу. Пащенко на крыше. А он у меня через терпеть будет. Вот такой ветер был, у меня с той стороны 6 шиферин сорвало. О, с крыши? Она прям. Вон у Никиты сорвало. Два штуки еще не сделал. У Надежды Васильевны два сорвало тоже сделал. Не, я у себя-то сделал, с Божьей помощью. Залез сделал. А это еще банки куда? А то на полив, а часть я уже поднял для голубей. Голубям, да? Да. Ну что, пошли. Пришлось у Игоря Барбаша взять два листа. А? Два шифера сломало, пришлось у Игоря Барбаша взять новых. Ну, насчет платить надо. Она что, не привязана? Привязано? Привязано. Вот считай, что мы приехали. Гвоздик, гвоздик. Гвоздь еще.
Это да. Подожди-ка, я не могу. Живые они у меня, не живые, не знаю. А это отходы, я не знаю, куда их. Ну, в мешки где-то подвешивать, иначе тут мышатник будет. Угу. Так, я сейчас сразу убираю. Так, вода есть, надо под это что-то подставлять, иначе они будут разбрызгивать. Сколько голубей здесь? Ну, сейчас не считал. А тогда я вам говорил. Ты знаешь сколько? Здесь. Ну, было, сейчас нет. Сколько? Сейчас не знаю. Надо будет пересчитать. Ну, голуби, здорово были. А которых привезли, они у меня живые, нет, эти сизари? Ну, я их видел, а сейчас не знаю, последний момент. Вон какой-то подтягивается. Ну, Господи, благослови. Давай. Породистый голубей привез. Глянь, какой. О. Боец. Так. Это пикунчик такой. Они научат людей. Пить, давай. Вот так. О, смелый какой-ка. О, они уходят в облака, говорит. Три или четыре. Вот какой отменный. Да, ну-ка давай. Вот какой. Это разные породы. Вот как крутится. О, вот этот боевой дорогой дрался все сильно. О, тоже сильный какой. Они найдут себе гнездо. А он какие-то длинношеи они. Ну да. Ну пока все. Я это положу. Благодарю. Посмотри. Это у меня давно знакомый. Мы ездили на источник у тюрьмы там в Барнауле. Там монахинь расстреляли. Этой воды я привез. Говорят, целебный источник. Ну, как святая вода. Ну, а там где-то недалеко, с Палатинской 25, знакомый мне был такой человек. Кошкин Александр Борисович. Я пришел к нему, и он ни слова не говоря мне сразу дал. У него были шалевые, но он шалевых не стал, говорит, держать. Они такие декоративные, как шаль накинутая. Ну, дал мне 8. Это у него... Вот сколько пород, столько голубятия. Я думаю, как они их различают, чтобы друг на друге-то не женились? Чтобы еврей на цыгане или немец, говорит, на русском не женился. Ну и вот так у них свое разбирается. Вон они пошли. А там местные гоняют, местные. Теперь где поесть они определят. Все отлично, Володя, молодец. Потом надо будет, чтобы у тебя не промокло, вот что-то настелить здесь в виде как, какое-то там, не знаю, угу. Паранит какой-то или что, чтобы не мокло у тебя, то штукатурка пойдет вниз. Как я доволен, ты бы знал. Господи, Боже мой, благослови все это. Какие там были неурядицы или что-то, даже ничего не помню. Какие-то люди приходили, следили, видел в интернете? Да. Ничего не известно. Вчера какой-то звонил, я уполномочен, а я вижу, насмехается стоит. Я говорю, через забор заглядывайте. А вот я, а что надо, неизвестно. У соседей спрашивают мою характеристику. Может быть, меня Путин потребовал, чтобы где-то губернатором поставить. А то карни это сняли. Посмеяться-то можно. Мою характеристику соседи скажут. Они со мной ни разу не беседовали, ни разу не... Они меня не видят. Я в неделю один раз рядом колонка выхожу, а больше я не выхожу. А зачем?
Я свое отходил. Дай Бог каждому столько отходить. Ну давай я тебя выпущу первого. Угу. Ну как давит. Я тут не пройду, иначе. Это интересно. А ну-ка ты, я сейчас буду держать, а ты попробуй. Проходи потихоньку. Не упади. Ну какое ветрище-то. Держись. Кошка где? Ну была дома, сейчас ушла, видимо. С утра была. Ну все. Но она сюда приходит. О, видал, что раньше нас приехала. Здорово. Как доехали? Живы, да, здоровы, слава Богу. Слава через тебе, Господи. Дорога-то хорошая, надо было через Дурывку ехать. Дорога-то того плохая. Ужасно. Через Корчино очень плохая. Ну вот так. Ага. Надежда Васильевна там разгружается. Иди. А я в огороды матушке поливаю. На послушание. Благословите, Игнатий Тихонович. А то уже спеклась, честно говоря. А это что? Вот это. Дощечки. Дощечки. Чтоб курицы не пролазили. Давай, тормоз у меня. Вы же поехали уже в Ребриху, вот так, кругом. Ну, в Ребрихе на трассе стояли еще. Так там тоже же дожди шли. И там неизвестно, колеи такие наделали. Ну, приехали. Ну, дорога до элеватора ужасная. Теперь как ему уезжать? Только лучше останься. Не торопись, пожалуйста. Завтра побудешь, а там погода повыше. А говорят, искать никого как-то тут это... Ну мы хотели вам рассказать дорогу, а все равно бы вас надо было встречать. Вы заблудились бы, и некому встречать. Так вот его можете проводить, ну, до трассы проводите? После нет. Нет. Ты мне сено привез? Привез. Все, больше ничего. Боже, помощи, дорогой, брат. Давай. Ну пускай в Google зайдет, я ему покажу по карте. Как сейчас он мне будет компьютер устанавливать. Так, мне больше ничего тут нету. Че, куда закрывается? А? Куда выгружать? Туда, на Лабас. Оттуда открывается же, да? Да. Ну лучше потуда он заедет. Наверное. Я не знаю, ты здесь проедешь, не проедешь. Смотри там возле теплицы. Пойдем, я сейчас открывать буду. Ну раз компьютер, значит. Нет, машину поставь под разгрузку. А сейчас посмотри, пройдет тут машина, нет? Куда? Сюда? Да. Да там ворота у нас. Сюда не надо. Здесь с той стороны? Да, да, с той стороны. Ну смотри, вон ворота. Ну ладно. Ну вот здесь проезд, или вон там ворота, вон где трактор. Вон ворота, да. Ну сейчас посмотрим, проедешь? Да проедет. Вон там вокруг. Но ему помощь нужна будет. А? Ему помогать же сейчас надо будет. Ну ты и помогать. Я заканчиваю? Да, заканчиваю. Я сейчас возьму, я пойду. Угу. Все. Слава Христу. Ну еще рыжая.